Всем привет, друзья, с вами, как всегда, на связи Брейн. Мы продолжаем играть в Total War Shogun 2 на легенде Заводу. И остановились мы с вами на том, что, взяв поселение Микава, нас контратакует Имагава своими силами. В принципе, по численности у них есть небольшое преимущество, но учитывая, что мы будем обороняться в городе, то преимущество будет больше на нашей стороне. Армия не похожа на то, что мы уже разбивали с вами, поэтому я думаю, проблем возникнуть не должно. Всем приятного просмотра, поехали. Интересно, заставка такая же будет. Опа. Нам не удалось их починить! Иксау мукаэру има. Умышира но даймио де апте йокатта то аратамете ому. Иза! Номори о такаку какаге. Варера но шингун о теки ни ширасеру но жа. Ано таваке домо нива татакау май кара унзари да. Таваке ни айсумо хекеки суру га. 途方もない思い上がりにはほどこす手がないわい。ここは実にすごいよのう。大屋島広しといえど、これにかなう城はないじゃろう。我が軍の力が加わらば、その凄さが増すというものじゃ。雄たけびを上げて、誉れ高き荒武者軍団、織田家の気概を敵に見せつけてやれ。 Ну что ж, опять ворота, да, кстати, у нас в этот раз сломаны, потому что мы захватили поселение, оно не было у нас отремонтировано, я его поставил на ремонт, но нас напали буквально сразу же, поэтому шансов подготовиться не было. Поехали, давайте посмотрим, с какой стороны сейчас они пойдут, где их силы. Так, вот вижу армию, достаточно далеко находится. Так, здесь у нас Асигару с луками, Асигару с луками, Асигару с луками тоже. Там у нас Асигару с Яри. Давайте сюда ставим стрелков тогда наших. Сюда ставим стрелков. Я вот не знаю, рискнуть попробовать их уничтожить быстрым выходом. Тем более, что там никого больше нету, одни стрелки. Вывести несколько отрядов, взять. Тем более, что силы у них достаточно далеко находятся. Мне кажется, мы должны сейчас, пока будем гонять отрядами пехоты двух отрядов, два отряда стрелков, мы одним будем военачальником один разбирать, потом поможем другим уже. Так, здесь у нас... А что, стрелки не заняли позиции, я не понял. Все. Пошла жара. Помогаем теперь. Они сконцентрировали сейчас огонь на нашей элите, взяли, сволочи. Но при этом они своими отрядами стоят, да? Блин, неплохо они их так перестреляли. Причем, я говорю, они даже не убежали. Все, можно вот этих ребят возвращать обратно. Военачальник здесь уже с ними доразбирается. Они будут через... Кстати, я уверен, что они сейчас будут входить в город просто через... Смотри, 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 смотри. Кто сюда идет?
выступил, зараза. Ну, вроде мы ему не дали шанса в любом случае. А, не, смотри, не пошли они сюда, не пошли. Я думал, пойдут все-таки. Здесь они стоят просто под расстрелом у нас. Тут мы всех положили. Господин, их военачальник мертв. Все, серьезный отлично. Удар для врага. Отлично. А, вот еще, смотри, кстати, прибежали. Давайте стрелков попробуем увести. Так, все-таки полезли здесь остатки. Надо бы их добить. Всех подобивали там, абсолютно всех. Так, еще военачальник идет сюда. С другой стороны, на этот раз. Сзади его лучники обрабатывают, конечно, неплохо. Вот здесь захватывают площадь, сейчас у нас берут. Давайте разворачиваем свои силы. Все, тоже уработали его. Да все, победа, по сути. Я так смотрю. Да? Отлично, неплохо. Снова почти поражение. 315 человек у них осталось. Хатори Киоки союз расторгнут. Нападение врагов. Растущее недовольство у нас, да? Сейчас мы вот этих разобьем, возьмем. Эх, можно было, конечно, сейчас маршем рвануть дальше, да, взять еще один город у них. Но я боюсь, что у нас здесь восстание произойдет на следующий ход, и будет у нас валом проблем из-за этого. Сопротивление захватчикам. Интересно, здесь если вылазку сделаем, мы их разобьем. Ну, так-то разобьем, но мне кажется, лучше бы, если бы они на нас напали. У нас было бы намного больше шансов тогда. Куда больше. Так, сколько он, кстати, пищи ест? На единицу больше, да, будет? Микаву. Давайте застроим Микаву. А, здесь наймем еще отряды. И сюда еще отряд. Ну вот они напали. А вот как раз таки они и напали. Почти поражение тоже. Мне кажется, лучше такие подобные битвы разыгрывать самому в следующий раз. У них просто дюжи много народу убегает тогда. Вот здесь опять народ сейчас бунтует. А не, в принципе, нет, не бунтует, вру. Все окей. Вот у нас второе восстание.
Так. Знать бы, что там у вас, ребята. Тут, кстати, у нас повышение. Ускорение освоения Бусидо. Обращение населения в религию своего дома. Доступен боевой порядок клин. Командование на море при нападении. Командование на море... Все на море, да? Увеличение числа охраны военачальника. Боевой дух военачальника и его личная охрана. Рукопашная такая. Все под военачальника, да? Доступна способность боевая решимость. Это вот если мы сюда пойдем, да? А, мы эти пока техно и не можем взять. Так, а Бусидо это у нас... А, это вот как раз таки военные технологии. Тут у нас сейчас что изучается? Стоимость услуг монахов, преданность всех военачальников, стоимость содержания всех видов войск и флотов. Так, ну это пока мне не надо. Может на них напасть тогда взять самому? Не придут ли сюда ребята к нам? Давайте выйдем посмотрим. Непонятно, да, до конца, что там у них. Ну, либо подождать. Почему не тратит? Не показано, сколько очков. Или я не вижу. Либо действительно этого нету. То есть не показывается, сколько очков перемещения у нас останется после того, как мы уничтожим эту армию. Нету такого, к сожалению. Так, угроза нападения. Хатори, пришли. Трожит здесь, мой господин. Наши источники предупреждают что о том, что мы... Что это когда-то дружественный дом готовится напасть на нас. Мы должны быть готовы ко всему. Да ладно, серьезно? А что они там с нами? Поразрывали отношения, Хатори? Или почему так... Нам так рассказывают. Скромный... Ненадежный. Ну, только если то, что он ненадежный. Антипатия. Так и да. Вот так этой торговлю заключить. Отлично. Ну, вначале пока дом не особо известен, и у тебя нет такого такой экспансии большой. Дипломатия вполне поддается. А куда армия делась? Подожди, я не понял. Она в засаду стала, я думаю. Скорее всего. Скорее всего, она в засаде сейчас находится. Сейчас при первой же возможности. Если мы выйдем из города, они на нас сразу же нападут. Давайте тогда отстраиваем города, там нам добавят еще дополнительный гарнизон. Если честно, я бы вот... Что? Ну давай Авари, ладно. Улучшим, возьмем. Сюда возьмем еще несколько отрядов. Один хотя бы. А, нет, смотри, война объявлена. Хатори. Вот так вот. Их союзники. Сигуната Сикага. Да ладно. Нехило так. Завтра вы пожалеете, что решили. Мощные это они. Покушение. Нападение на врага. Хорошо. А вот как раз таки ниндзя, да? Покушение попытался устроить.
Ходов до полного восстановления 13, аж с ума сойти. Давай тогда часть войск перебрасываем. Так, здесь у нас получается два отряда стрелков. Сигару возьмем. Сюда вот так вот. Это уже все два хода, да? Здесь сейчас восстание падаем. Город у нас достроился. Тоже 7 отрядов у них. Они, наверное, сейчас пойдут мне следующий этот сжигать постройку. Они сначала все сжигают, потом только нападают. В основном они так действуют. Легкая кавалерия, два отряда стрелков. Поехали. Так, ну 100% они вот тут будут сидеть сейчас. Уверен, что в атаку они сейчас хрен пойдут. Но у нас есть два отряда лучников. Ой, 4 отряда лучников. Вон они. Давайте посмотрим, куда они сейчас будут идти. Да, они пошли холм занимать, всю семью понятно. А мы их можем расстрелять. Мы можем заставить их контратаковать, если два-три стрелков им разнесем. Тем более, у нас численное преимущество в два раза по лучникам. Шансов у них там не будет. Им придется идти. Вот так вот. Еще чуть-чуть вперед. Все, иду, да? Неплохо они так вылетели, конечно, в моих. Вон они лучники, вон они, расстреливаем их сразу. Паникуют. Там им одну конницу пока только разнесли, у них еще есть одна. Забыл на разомкнутый строй поставить. Уже привыкаешь, что во многих играх нет такой фишки. Ну, кстати, можно, отводя своих воинов, можно выманить из леса взять. Очень даже легко. Смотри. Они, по всей видимости, хотят по ним больше стрелять, чем по моим стрелкам. Что я раньше не заметил этого. Маскируются сволочи. Смотри, еще дальше давай уведем их.
Главное потом вовремя подвести их обратно, а то что конница как вынырнет с леса. Опа, 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 опа. Чё я и говорил, блин. Продолжаем стрельбу по ним. Также разносим пока стрелков побольше. Выносим. Там еще военачальник у них остался. Военачальник пока не вылазил еще. Ну и вот этих в обход. А, все, бегут, смотри. Все, побежали. Надо отключить, вперед. Все, победа. Ну, продолжаем их. Решительная победа. Потери, ну, также 349 человек. У них убежало 369 еще. Придется за ними побегать. Ну, тут можно сейчас уже авторасчетиком добить их. В город пока возвращаемся. Возьмем еще найм. Вот мне, кстати, интересно еще дипломатию посмотреть. Икиоки, антипатия, да, сейчас у нас пошла уже. Хотя у нас и была антипатия. Сигуна до сих пор тоже антипатия. Амбициозный. Мощь скромная у нас, слабая. Но он там уже городов, хочу сказать, нахватал в себе, кстати. Диверсия, рынок, нападение на врага, знания освоено, дипломатия, так, позднее, дипломатия нас не интересует. Давайте сейчас Бусида, надо агентов нанимать, иначе меня сейчас достанут. Я могу где-нибудь агентов взять? Позволяет Мэцукен, но скорее всего из-за того, что постройка сейчас повреждена, я не могу его нанять. Здесь тоже чудо у нас вылезло. Так, что у тебя там? Хитрость при контрразведке, наблюдение за городами. Вот что ты у нас можешь допустить. А, ничего, сейчас ты у нас не сделаешь. Ну, короче, надо вот это чудо разносить. Там, в принципе, у него одни копья. Здесь пока построить больше мы ничего не можем. А здесь, вот, отстроим трактир, возьмем. Это все на ремонт ставим. Ага, на все нам денег не хватит. А, короче, сейчас вот этого разносить тогда. Опа, тут уже самурай с катанами он начал нанимать.
Ну, 100% сейчас вот здесь они будут сидеть, я думаю. Подведем сейчас своих поближе. Этих пока я не использую в битвах самурая с Яри, пускай восстанавливаются. Тут потери, конечно, в последней битве они понесли большие. Поэтому их, если что, буду бросать уже, если совсем херово будет. Сейчас, если армию разобьем, то сразу пойдем город брать еще при этом. Идут на меня. Навстречу. У них, кстати, что там? Три отряда стрелков, да? Оказывается, пока идти дальше. Достаем их, нет? Нет. Сейчас главное сконцентрироваться на разносе стрелков. Бля, не то нажал. Спешил с ученой военачальника, блин. Ну что там, 95, 118. Кстати, идут в атаку, да? Отходим назад. Что-то они передумали, да, идти? Разносим их, разносим тогда. Выходим опять. Проверяют меня. Если бы сейчас бы стрелков им разнес бы всех, они бы уже точно шли в атаку. У них не было бы другого шанса. Там воодушевляет, пытается еще даже. А сейчас побегут они. Снова идут сюда. Все, отлично, эти уже не вернутся, ребята. Так, военачальник сюда идет. Стоп, 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 назад, назад. У них там лучников немного осталось уже. Ой-ой-ой, чё ж так медленно уходите? Чё ж так медленно-то?
сдохнет, сейчас военачальник у них сдохнет. Вот, кстати, вот эти вот самураи с катанами, их бы надо раскидать, взять обязательно. Потому что ребята довольно-таки мощные. Тут они все отступают уже. Сливаем стрелков, которые сюда подходят еще. Господин, близок час. А все, они отступают. Решительная победа. 350 человек. 370 у них осталось. Сейчас мы их добьем и Тотоми пойдем брать. Там, кстати, у них еще флот есть. Блин, это плохо. Они будут сейчас мои порты долбить. Оставимся пока на своей территории. На следующий ход пойдем брать город. Так, а, наверное, я-то и не могу ничего и взять сейчас на войск. Подожди, флот, он вот тут нанимается, вот тут вот. Но денег сейчас нету, один хрен. Ничего не возьму. Растущее недовольство у нас здесь начинается. Ай, Тануцама. Можно, в принципе, пока взять, отменить налогообложение. Ну, тут их немного. И у них, получается, остается еще один город. Арестовать. Шанс 38%. Взять в плен не удалось. Вот так вот. Но сейчас мы тут еще можем ниндзя тоже сможем начать нанимать. Так, сюда надо будет поставить потом школу мечников. Да, и взять надо парочку корабликов. А, здесь не можем взять. А здесь? А из-за того, что замок поврежден, мы не можем нанять. Отлично. Отлично. Так, а здесь у вас что? Ага, самураи. Кстати, это хорошо. Да, ё-моё. Как непривычен интерфейс все-таки, блин. Когда долго не играешь во что-то и начинаешь ни с того ни с сего. Так, что там Хатори? Опа, 20 отрядов ведут сюда. Серьезно? Да. Да, двух военачальников ведут при этом даже. Вопрос, куда они пойдут? У меня как бы здесь вот. Надо, значит, разведку идти делать сейчас. Вот тут смотреть. Что тут? Здесь у них тоже есть небольшая армия. Просто мне... Либо надо сейчас взять
Так, если я выведу, что? А если отключу? Никак, да, не повлияет это на вас? А если я сюда возьму один отряд, запихну вам? Все равно, да? Так, вот так вот будьте спокойны, да, у нас? При этом налоги тоже будут у вас включены тут. И здесь включены. Окей, мне просто надо разобраться с этой армией, с этой фракцией побыстрее. Тем более там нету сейчас никого. Можно ее быстренько захватить будет. Так, здесь... Ну, по идее, они не могут пройти на этот город сейчас, я так думаю, да? По идее, не должны будут. А может и пройдут. Фиг его знает, как вот это вот все дело работает. Если бы я знал бы, что точно они не пройдут через мост, я бы просто взял все армии сюда сейчас перебросил свои и все. А я вот не знаю, как это сейчас сработает у них. Ну ладно, друзья, давайте мы тогда на этом с вами будем заканчивать. Битву с Хатори мы с вами уже проведем в следующей серии, плюс разгромим и Магаву. Если тут у нас каких проблем серьезных не будет, то пойдем давить Хатори. Они как раз таки тут в центре обосновались. Я вот сейчас еще глянем Хатори, они... Сколько у них врагов? Противник. Ямана, но вот и не помню, где они находятся даже. Ну ладно. Если вам понравилось видео, не забудьте его, как всегда, поддержать лайком. Оставляйте комментарии, если вам понравилось видео, пишите. Делитесь впечатлением. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчики. И увидимся на новом видео, друзья. Всем пока-пока.